Всем огромный привет, дорогие мои друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Любовь. Мой канал посвящен вязанию. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления о выходе новых видео. Ну а сегодня я вам предлагаю связать вот такую вот замечательную шаль. Эту шаль я увидела на официальном канале от компании Ализы, и она настолько мне понравилась, и я сразу же захотела ее повторить. Но так как канал на турецком языке, да, там добавлены субтитры на русском языке, но сразу скажу, что с первого раза повторить эту шаль у меня не получилось. Несколько раз я пробовала, несколько раз мне пришлось перевязывать, прежде чем понять принцип вязания, но в итоге у меня все получилось. И сегодня я хочу поделиться с вами тем, что получилось у меня. В этом видео я расскажу вам все нюансы и принципы вязания этой шали. Шаль получается настолько нежная, легкая и воздушная. Шаль у нас. Полукруглая шаль состоит из 9 вот таких вот клиньев, так как на официальном канале название этой шали нет, поэтому я решила ее так и назвать. 9 клиньев. Возможно, у кого-то будет другое мнение по поводу названия этой шали. Можете мне написать об этом в комментариях. Я с удовольствием их почитаю. Итак, шаль я вязала из ниток Ализе, Ангора, Голд, Амбре, Ботик. Сейчас в кадре я вам покажу моточек другого цвета. Вот такой вот моток, посмотрите, с очень плавными, нежными переходами от светлого к темному. Также это можно наблюдать на шале. Да? Вот начало светлое и постепенно он уходит в самый темный тон. У этой пряжи настолько плавные переходы получается очень красиво и оригинально. Итак, шаль у меня связана цвет номер 7296, в одном мотке сто пятьдесят грамм и восемьсот метров. Состав пряжи 80% процентов акрила и 20% процентов шерсти. И на эту шаль у меня ушел ровно один вот такой вот моток. Вязала я шаль крючком номер 3. После блокировки шали ее размеры получаются от правого клинышка до левого клинышка 160 сантиметров и центральный клин от горловины и до кончика 70 сантиметров. Шаль мы начнем вязать от горловины. У нас будет полукруглая форма. Сформируем 9 клиньев и постепенно их будем расширять. Последний ряд шали я никак не обвязывала, то есть вот как закончился у меня моток, довязала последний ряд и все, больше ничего не делала. Итак, если вам понравилась такая шаль, и вы захотите связать ее вместе со мной, тогда лайк этому видео, и мы начинаем. Итак, делаем первую рабочую петельку удобным для вас способом. И набираем 104 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Четвертая, 5 Итак, я буду вязать образец, поэтому у меня количество петель намного меньше. Вы должны набрать 104 воздушные петли. И вот это вот наша последняя 104 воздушная петля. Дальше мы набираем 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три. Делаем накид и вкалываем крючок вот в эту 104 воздушную петлю. Таким образом, эти три воздушные петли подъема дадут нам дополнительный столбик с одним накидом. И в итоге у нас должно будет получиться 105 столбиков с одним накидом. Но это будут не простые столбики с одним накидом, а так называемые патентные столбики. Что это значит? Итак, мы вкололи крючок в петлю, захватываем рабочую нить и выводим через эту петлю. Сейчас у нас на крючке три петли. Эти три петли мы должны провязать за три приема. Захватываем рабочую ниточку, продеваем сначала через одну петлю. У нас на крючке опять три петли. Опять захватываем рабочую ниточку и продеваем через две петли. У нас на крючке две петли и провязываем третий последний раз, захватываем рабочую ниточку и продеваем через оставшиеся две петли. То есть практически это тот же самый столбик с одним накидом, но провязать мы его должны за три приема. Такой столбик называется патентным. Но далее в мастер-классе для удобства я буду говорить просто столбик с одним накидом, провязанный в три приема. Итак, три воздушные петли подъема нам дают уже один столбик с одним накидом. Дальше... Второй столбик с одним накидом мы уже провязали. И теперь мы должны провязать в каждую воздушную петельку по одному такому столбику с одним накидом провязанных в три приема. Итак, давайте еще раз накид вставляем крючок в следующую воздушную петельку. Захватываем рабочую ниточку, выводим на крючке три петли. Захватываем рабочую ниточку, продеваем через одну петлю. Это первый прием. Захватываем рабочую ниточку, продеваем через две петли. Второй прием. И захватываем рабочую ниточку, продеваем еще через две петли. Это третий прием. То есть столбик с одним накидом мы провязали в три приема. И продолжаем так вязать до конца ряда. Крючок я вставляю в самый уголочек воздушной петли для того, чтобы захватить обе стеночки петли, чтобы у нас не получались большие отверстия. И таким образом мы провязываем весь этот ряд до конца. Итак, мы довязали ряд до конца. У вас должно получиться 105 столбиков с одним накидом, включая эти три воздушные петли подъема в самом начале ряда. И далее мы вяжем следующий ряд. Поднимаемся на 3 воздушные петли подъема. Первая, вторая, третья. Делаем накид. Во второй столбик предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом, провязанный за три приема. Далее вяжем 3 воздушные петли. 2 петли в предыдущем ряду мы пропускаем. В третий столбик предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. Опять 2 петли пропускаем. И в третью петлю вяжем столбик с одним накидом. Дальше в эту же петлю мы вяжем еще один столбик с одним накидом. И столбик с одним накидом вяжем следующую петлю предыдущего ряда. У нас получилась группа из трех столбиков с одним накидом. Два первых столбика мы провязали в одну петлю и один столбик мы провязали в следующую петлю. Дальше мы делаем 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом мы вяжем вот в эту петлю, где мы провязали один столбик с одним накидом, вот сюда же в эту же петлю мы вяжем столбик с одним накидом. И далее в следующую петлю мы вяжем два столбика с одним накидом. Первый столбик и второй, и давайте разберем этот элемент поподробнее. Этот элемент у нас будет повторяться на протяжении всего вязания для этого элемента. У нас ушло 3 петли основания: первая, вторая, третья. В первую петлю мы провязали 2 столбика с одним накидом, во вторую петлю мы провязали один столбик с одним накидом. Дальше мы провязали 3 воздушные петли. И с левой стороны у нас группа из трех столбиков с накидом. Первый столбик мы провязали во вторую петлю. И 2 столбика с одним накидом мы провязали в третью петлю. Дальше вяжем 3 воздушные петли. 2 петли пропускаем, в третью вяжем столбик с одним накидом. Три воздушные петли, две петли пропускаем, в третью вяжем столбик с одним накидом. И опять три воздушные петли, две петли пропускаем, в третью вяжем столбик с одним накидом. У нас получилось три вот такие арки. Дальше мы повторяем вот этот элемент. То есть сейчас мы должны провязать в эту петлю второй столбик с одним накидом. Третий столбик с одним накидом мы вяжем в следующую петельку. Между этих трех столбиков у нас три воздушные петли. И повторяем вторую группу из трех столбиков с одним накидом. Первый столбик мы вяжем в эту петлю, где у нас уже есть один столбик. И в следующую петлю мы вяжем 2 столбика с одним накидом. И дальше до конца ряда вяжем опять три арки и вот этот вот элемент. Делаем 3 воздушные петли. две петли пропускаем, в третью вяжем столбик с одним накидом. Опять 3 воздушные петли. 2 петли пропускаем, в третью вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли 2 петли пропускаем в третью вяжем столбик с одним накидом и начинаем вязать наш элемент поэтому сюда в эту же петлю мы вяжем еще один столбик с накидом следующую петлю у нас один столбик с накидом между двух групп из трех столбиков мы вяжем 3 воздушные петли. И с левой стороны у нас опять три столбика с одним накидом. Первый столбик мы вяжем в эту же петлю. И два столбика с одним накидом вяжем в следующую петлю. И у нас опять получилось три арки. Раз, два, три. И сразу же вот этот элемент. И вот таких элементов в этом ряду у вас должно быть 9 штук. То есть это начало наших клиньев. Так как шаль у нас состоит из 9 клиньев, значит у вас вот этих элементов в ряду должно быть 9 клиньев. После того, как вы свяжете все 9 клиньев, мы с вами встречаемся и вяжем конец ряда. Итак, довязали 9 клиньев. У меня будет 4 клина, поэтому вот первый, второй, третий, четвертый. У вас должно быть их 9. И далее заканчиваем ряд. 3 воздушные петли. 2 петли пропускаем, в третью вяжем столбик с одним накидом. И опять 3 воздушные петли. 2 петли пропускаем в третью. Вяжем столбик с одним накидом. И еще один столбик с одним накидом мы должны провязать в третью петлю подъема предыдущего ряда. В конце мы всегда будем вязать по 2 столбика с одним накидом. И в начале у нас будет 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. И мы провязали первый ряд. Дальше вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли подъема. Вязание развернули. И над столбиком предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом провязанный за три приема не забывайте это далее 3 воздушные петли и столбик с одним накидом мы вяжем в первую арку вот у нас первая арка и вторая арка мы вяжем в первую арку мы можем провязать столбик прям вот так вот в арочку либо вставить крючок в центральную петельку и провязать за петлю. Вот так. И опять три воздушные петли. И в предыдущем ряду у нас три столбика с одним накидом. Вяжем над каждым столбиком по одному столбику. Провязали первый столбик. Дальше второй столбик мы вяжем над вторым столбиком предыдущего ряда. И третий столбик мы вяжем над третьим столбиком предыдущего ряда. То есть столбики над столбиками. Дальше 3 воздушные петли. И теперь мы вяжем 3 столбика с одним накидом вот в эту арочку между трех столбиков предыдущего ряда прям заводим крючок вот в эту арку и провязываем три столбика с одним накидом. Не забываем, что столбики мы вяжем за три приема. 3 воздушные петли и в предыдущем ряду у нас три столбика с одним накидом вяжем над каждым столбиком по одному столбику дальше мы делаем 3 воздушные петли И у нас в предыдущем ряду три арки. В этом ряду у нас будет две арки, поэтому делаем накид и вяжем столбик с одним накидом в центральную арку. Первая, вторая, третья. Во вторую арку мы вяжем столбик с одним накидом. Также мы можем провязать прямо в арку, либо вставить крючок в центральную петельку все столбики с одним накидом я вязала в петлю вы вяжите как вам удобно и как вам больше нравится Итак, провязали столбик с одним накидом опять делаем 3 воздушные петли и у нас в предыдущем ряду 3 столбика с одним накидом и мы вяжем столбики над столбиками У нас в этом ряду получилось две арки. Первый столбик провязали. Во второй столбик предыдущего ряда также столбик с одним накидом. И в третий столбик столбик с одним накидом. Дальше 3 воздушные петли. И в арочку предыдущего ряда мы вяжем 3 столбика с одним накидом 3 воздушные петли и с левой стороны у нас опять 3 столбика с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда И опять мы должны провязать две арки. Делаем 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом мы вяжем в центральную арку. Опять три воздушные петли. И дальше мы все повторяем. Опять три столбика с накидом над столбиками предыдущего ряда. Не забываем, после трех столбиков с одним накидом мы вяжем всегда 3 воздушные петли. Дальше 3 столбика с одним накидом в арку предыдущего ряда. 3 воздушные петли. И с левой стороны опять три столбика с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда. И продолжаем вязать так до конца ряда. В этом ряду мы формируем две арки. И у нас начинается разветвление. В этом ряду у нас теперь будет три группы из трех столбиков с одним накидом. Первая группа, вторая группа и третья группа. Дальше две арки, три группы из трех столбиков с одним накидом. И так до конца ряда две арки, три группы из трех столбиков с одним накидом. Довязывайте так до конца. В конце ряда мы делаем 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом вяжем во вторую арку. Первая арка и вторая. не забываем 3 воздушные петли и столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда первый И еще один столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. И мы провязали второй ряд вяжем следующий ряд 3 воздушные петли подъема разворачиваем и столбик с одним накидом мы вяжем в столбик предыдущего ряда дальше 3 воздушные петли. И эти две арки мы пропускаем и переходим сразу же к группе из трех столбиков с одним накидом и начинаем вязать столбики над каждым столбиком предыдущего ряда. Вставляем крючок в первый столбик предыдущего ряда и провязываем столбик с одним накидом. Во второй столбик предыдущего ряда также столбик с одним накидом. И в третий столбик столбик с одним накидом. Вот так у нас должно получиться. В этом ряду с правой и с левой стороны у нас будет одна арка столбика с одним накидом мы провязали всегда после трех столбиков мы вяжем 3 воздушные петли. и дальше обратите внимание, в предыдущем ряду мы вязали в арку 3 столбика с одним накидом. и так в эти три столбика с одним накидом мы должны провязать вот этот элемент, который вязали в первом ряду. Итак мы сделали один накид, в самый первый столбик предыдущего ряда, в первую вот эту петельку, мы провязываем 2 столбика с одним накидом. В одну петлю 2 столбика. Во второй столбик предыдущего ряда мы провязываем 1 столбик первую группу провязали из трех столбиков. Дальше у нас 3 воздушные петли. И теперь вяжем вторую группу из трех столбиков. Первый столбик мы вяжем во второй столбик предыдущего ряда. И в третий столбик предыдущего ряда мы должны провязать Два столбика с одним накидом. И мы провязали точно такой же элемент, как вязали в первом ряду. Дальше у нас опять три воздушные петли и с левой стороны мы вяжем столбик с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. Вот наш клин начинает уже потихонечку расти. И с каждым рядом он будет все больше и больше. Дальше продолжаем 3 воздушные петли. И теперь смотрите, у нас было в первом ряду 3 арочки, первая, вторая, третья. Во втором ряду у нас 2 арочки, первая, вторая. И в этом ряду у нас должна быть одна арка. Сделали 3 воздушные петли и переходим сразу же вот к этому элементу и вяжем. Три столбика с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Три воздушные петли. В центральные три столбика, которые мы провязывали в арку, мы вяжем разветвление вот такое вот. Первый столбик предыдущего ряда мы вяжем. Два столбика с одним накидом, во второй столбик предыдущего ряда вяжем один столбик, 3 воздушные петли, и опять во второй столбик предыдущего ряда мы вяжем один столбик с одним накидом и в третий столбик предыдущего ряда мы вяжем два столбика с одним накидом и опять 3 воздушные петли и слева мы вяжем три столбика с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда по одному столбику И опять здесь у нас должна быть одна арка, поэтому мы делаем 3 воздушные петли и переходим сразу же к следующему элементу и провязываем 3 столбика с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. 3 воздушные петли. Центральные три столбика с одним накидом мы вяжем, так скажем, новую веточку, то есть у нас идет разветвление. Три воздушные петли и с левой стороны мы вяжем три столбика над столбиками предыдущего ряда. И опять у нас должна быть одна арка, 3 воздушные петли и сразу же переходим к следующему элементу. И вяжем так до конца ряда. В этом ряду у нас мы делаем основание для новой веточки. Это у нас 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Этот элемент мы вяжем центр предыдущего ряда в 3 столбика с одним накидом. И у нас в этом ряду одна арка. Провязываем так до конца ряда. И в конце ряда мы вяжем 3 воздушные петли. И у нас с этого края одна арка. Поэтому мы сразу вяжем столбик с одним накидом в столбик предыдущего ряда. И рядышком еще один столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. И мы провязали третий ряд. Итак, вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли подъема. Столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. Дальше 3 воздушные петли. И мы заканчиваем нашу вот эту веточку. И провязываем столбик с одним накидом во второй столбик, вот в этот центральный предыдущего ряда. И в этом ряду у нас слева и с правой стороны будут две арки, первая арка и дальше 3 воздушные петли и сразу же переходим к следующей веточке и вяжем 3 столбика с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда в какой момент у нас будут заканчиваться эти веточки я вам все объясню чуть попозже когда мы немножечко провяжем я вам расскажу все нюансы, так что не переживайте, все будет понятно. Дальше. После трех столбиков с одним накидом мы всегда вяжем 3 воздушные петли. И у нас теперь опять арка. Арка из трех воздушных петель в предыдущем ряду. И сюда мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Это у нас будет основание для новой веточки. И опять 3 воздушные петли левой стороны вяжем веточку провязываем 3 столбика с одним накидом над столбиками предыдущего ряда а эти веточки у нас заканчиваются и в этом ряду мы вяжем 3 арки 3 воздушные петли и вот эта вот веточка, которая состоит у нас из трех рядов, раз, два, три, она заканчивается. И мы вяжем во второй в центральный столбик столбик с одним накидом. Три воздушные петли. Следующий элемент, также эта веточка у нас заканчивается. И мы вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и далее мы вяжем 3 столбика над столбиками предыдущего ряда 3 воздушные петли в арку мы вяжем 3 столбика с одним накидом 3 воздушные петли и с левой стороны опять 3 столбика с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда. И теперь смотрите, что у нас получается. Первый ряд 3 большие арки. Второй ряд 2 арки. Третий ряд 1 арка. И теперь мы начинаем чередовать Дальше у нас идут опять три арки, потом пойдет две арки, и потом будет одна арка. Это первая особенность, которую вам нужно запомнить при вязании шали. Дальше вторая особенность у нас идет, когда мы вывязываем сам вот этот вот клин. В серединке мы чередуем две группы из трех столбиков с одним накидом. По центру одна группа из трех столбиков. Потом опять две группы из трех столбиков с одним накидом, между ними 3 воздушные петли. Затем по центру одна группа. И так будем чередовать до конца ряда 2, 1, 2, 1. Это у нас будет вот здесь, по центру здесь надеюсь понятно мы чередуем 3 арки 2 арки 1 арка сейчас в этом ряду мы формируем три арки одновременно с этим у нас закрывается вот эта самая первая веточка и продолжаем вязать 3 воздушные петли чтобы нам не запутаться вот мы подошли вот у нас три арки две арки 1 арка Значит, в этом ряду мы должны сформировать три арки. Для этого мы вяжем во второй столбик предыдущего ряда столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. И с этой стороны мы закрываем эту веточку, вяжем в центральный столбик 1 столбик с накидом, 3 воздушные петли и начинаем вязать вот здесь вот в центре 3 столбика с накидом над каждым столбиком предыдущего ряда 3 воздушные петли в арку мы вяжем одну группу из трех столбиков с одним накидом то есть 3 столбика с одним накидом 3 воздушные петли и с левой стороны 3 столбика с одним накидом над столбиком предыдущего ряда и довязываем таким образом ряд до конца в центре мы вяжем три группы из трех столбиков с одним накидом между ними по 3 воздушные петли и между клинями у нас должно быть три арки и в конце ряда мы вяжем, воздушные петли эту веточку которая у нас в 3 ряда первый ряд второй ряд третий ряд мы закрываем в конце у нас должно быть две арки поэтому столбик с одним накидом мы вяжем во второй столбик предыдущего ряда в центральный и опять 3 воздушные петли и в конце мы вяжем один столбик с накидом столбик предыдущего ряда и один столбик с накидом в третью воздушную петлю подъема и мы провязали с вами четвертый ряд. Итак, давайте еще два ряда мы свяжем с вами вместе. Далее вы уже поймете принцип вязания и сможете вязать самостоятельно еще уделю особое внимание некоторым особенностям при вязании этой шали. Поэтому вам должно быть в принципе все понятно. Но если вдруг у вас возникнут вопросы, обязательно пишите мне об этом. Я с удовольствием на них отвечу. Итак, мы вяжем следующий ряд. Поднимаемся на 3 воздушные петли подъема и вяжем столбик с одним накидом. В начале ряда у нас всегда идет воздушная петля, и сразу же столбик с одним накидом. и в конце ряда также мы вяжем столбик с одним накидом, в столбик предыдущего ряда и столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема. Это мы будем вязать на протяжении всего вязания. Дальше по краям шали с левой и с правой стороны сейчас у нас две арки. В этом ряду у нас будет одна арка делаем 3 воздушные петли и сразу же переходим к веточке вяжем 3 столбика над столбиком предыдущего ряда Три воздушные петли мы вяжем всегда после трех столбиков с одним накидом. Три воздушные петли. И дальше смотрим, да, как я уже говорила, здесь мы чередуем две группы из трех столбиков с одним накидом. Одна, 2, 1. Значит, в этом ряду сейчас в эти три столбика мы должны провязать две группы из трех столбиков с одним накидом. Между ними 3 воздушные петли. Вяжем в первый столбик предыдущего ряда 2 столбика с одним накидом. Центральный столбик вяжем 1 столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. Сюда же в центральный столбик 1 столбик с накидом и в третий столбик предыдущего ряда 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. Здесь мы продолжаем вязать веточку. Поэтому вяжем 3 столбика с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. И смотрим опять. В предыдущем ряду у нас было 3 арки. Первая, вторая, третья. В этом ряду мы вяжем 2 арки. Делаем 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом провязываем в центральную, во вторую арку. Вы можете провязать прям вот так вот в арку, в столбик с одним накидом, либо в саму петельку. И опять 3 воздушные петли. И переходим к веточке и вяжем 3 столбика с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. Здесь у нас получилось две арки. Опять три воздушные петли. По центру мы делаем новое разветвление, поэтому вяжем две группы из трех столбиков с одним накидом. Между ними три воздушные петли. Три воздушные петли. И с этой стороны мы вяжем веточку. Продолжаем вязать. Вяжем три столбика с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. 3 воздушные петли и мы формируем 2 арки. И продолжаем следующий элемент вывязывать веточки. И вяжем так до конца ряда. Между элементами в этом ряду у нас две арки. И в центре мы вяжем две группы из трех столбиков с одним накидом. И заканчиваем ряд. Так же как с правой стороны у нас одна арка. Точно так же с левой стороны у нас тоже должна быть одна арка. Поэтому делаем 3 воздушные петли. И сразу же вяжем столбики с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. И мы провязали пятый ряд. Дальше вяжем следующий ряд. И я провязала 3 воздушные петли подъема и столбик с одним накидом в столбик предыдущего ряда. Дальше у нас 3 воздушные петли. И опять у нас справа и слева будет одна арка. Поэтому мы переходим сразу вывязывать веточку вяжем 3 столбика с одним накидом над столбиком предыдущего ряда 3 воздушные петли у нас новая веточка началась поэтому вяжем следующую веточку 3 столбика с одним накидом над столбиками предыдущего ряда 3 воздушные петли и у нас опять арка мы вяжем в арку 3 столбика с одним накидом то есть у нас идет чередование 2 1 2 1 2 сейчас у нас одна группа из трех столбиков с одним накидом Дальше 3 воздушные петли и с этой стороны у нас 2 веточки. Эту веточку мы вяжем в каждый столбик предыдущего ряда по одному столбику с одним накидом. 3 воздушные петли и довязываем эту веточку. И теперь смотрим в предыдущем ряду: у нас две арки. Значит, в этом ряду у нас должна быть одна арка. Три воздушные петли. И сразу же переходим к веточкам следующего элемента. Вяжем веточку у следующего элемента, провязываем 3 столбика с одним накидом над столбиками предыдущего ряда три воздушные петли, следующая веточка, три воздушные петли и в центре в арку мы вяжем три столбика с одним накидом, три воздушные петли и с этой стороны опять мы довязываем эти две веточки. Здесь мы формируем одну арку и переходим к следующему элементу. И так вяжем до конца ряда. И в конце ряда у нас одна арка, мы вяжем 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. И свяжем последний ряд вместе. 3 воздушные петли подъема. Столбик с одним накидом в столбик предыдущего ряда провязали. 3 воздушные петли. И в этом ряду у нас две арки. Две арки. И у нас закрывается вот эта вот вторая веточка. Давайте мы провяжем, и я вам объясню принцип. Значит, мы вяжем во второй столбик предыдущего ряда столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. И здесь уже мы вяжем веточки, продолжаем вязать веточки. 3 столбика с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. 3 воздушные петли. И в центре мы формируем опять новое разветвление. У нас будет две группы из трех столбиков с одним накидом. Два столбика мы провяжем в первую петлю. Третий столбик мы провяжем во вторую петлю или во второй столбик предыдущего ряда. Три воздушные петли. Опять столбик с одним накидом. Во второй столбик предыдущего ряда и два столбика с одним накидом в третий столбик предыдущего ряда. Итак, есть два способа, как понять, что он у нас заканчивается веточка. Первый способ, не считая вот этих первых двух рядов, у нас идет чередование. Две арки одна одна. Дальше. Две арки. Когда вот мы вяжем вот эти две арки, у нас вот эта самая крайняя веточка, она закрывается. Вот видите? Вот у нас две арки. И самая первая веточка у нас закрылась. Дальше у нас одна арка, одна арка. Опять две арки. Вторая веточка закрылась. Итак, мы будем чередовать. Одна, одна арка, две арки. Второй способ можно считать ряды у веточек. Возьмем самый вот этот первый ряд как основание первой веточки. Значит, будет первый, второй, третий, четвертый. На пятый ряд мы закрыли. Следующая веточка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. На шестой ряд закрыли. И у нас каждая последующая вот эта веточка, она будет увеличиваться на один ряд. Дальше мы вяжем первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, а на седьмой ряд мы ее только закроем. Это одна такая из особенностей вязания. Дальше по самому вот этому клинушку я уже говорила, что мы чередуем две группы 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. И так здесь в центре у нас чередуется 2, 1, 2, 1. Дальше, что касается арок, которые у нас идут не по краю, а в центре вязания. Здесь у нас идет 3 арки, 2, 1. Мы чередуем на протяжении всего вязания. 3 арки, 2, 1. И вот смотрим, 3 арки, 2, 1. Значит, в этом ряду у нас должно быть 3 арки. То есть вот эти вот веточки крайние, мы их закроем. И мы провяжем сюда по одному столбику с одним накидом. Давайте довяжем до этих арок, свяжем эту веточку, 3 столбика с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. В предыдущем ряду у нас одна арка, в этом ряду у нас должно быть три арки. Значит, вот эти вот крайние веточки мы закрываем. Делаем три воздушные петли. Вот она наша веточка. И в центральный столбик во второй мы вяжем один столбик с накидом. 3 воздушные петли и у следующего элемента мы также закрываем веточку и вяжем столбик с одним накидом и опять 3 воздушные петли и здесь уже веточки продолжаем вязать в каждый столбик предыдущего ряда по одному столбику с одним накидом вот у нас сформировалось три арки и так мы продолжаем до конца ряда Здесь по центру у нас идет разветвление для новых веточек. И в конце ряда у нас также должно быть. Вот у нас две арки. Одна, одна. Значит, у нас здесь будет две арки. Вот эту крайнюю веточку мы закроем и провяжем во второй столбик предыдущего ряда один столбик с одним накидом. Довязываем этот ряд до конца. Довязали ряд до конца и дальше продолжаем так вязать всю шаль, пока не закончится весь моток. Итак, для тех, кто понял схему вязания этой шали, вы можете поставить лайк, мне будет очень приятно. А для тех, кто еще не совсем понял принцип, предлагаю начертить для себя вот такую небольшую вот подсказочку. Итак, в первом ряду по краям у нас две арки, по центру у нас идет по три арки, и в этом первом ряду у нас две группы по три столбика с одним накидом и между ними по 3 воздушные петли. Дальше второй ряд тоже две арки по краям, слева и справа, по центру у нас идет уже две арки, и в самом клинышке мы вяжем одну группу из трех столбиков с одним накидом. Дальше, это только первые, вот эти первые два ряда у нас здесь по две арки. Дальше у нас чередуется. Начиная вот с четвертого ряда у нас идет чередование. По краям мы вяжем две арки, одна, одна, две арки, одна, одна, две арки, одна, одна и так далее центральной арки мы вяжем 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. В центре клинышка мы вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. В следующем ряду только одну группу из трех столбиков с одним накидом. И также чередуем 2, 1, 2, 1, 2, 1. Вы можете зарисовать вот таким вот образом себе такую сделать небольшую подсказочку и уже ориентироваться на такой чертеж и вязать примерно вот по такой схеме. Надеюсь, что вам было все понятно. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, обязательно пишите мне об этом в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. И в итоге у нас получается вот такая шаль. Давайте я вам расскажу, сколько у меня получилось веточек на одном клинышке один два три 4 5 шесть семь восемь девять десять 11 12 тринадцать четырнадцать пятнадцать. 15 веточек получается на одном таком клинышке. Если вам понравилось это видео ставьте лайки, пишите комментарии. Если вдруг возникнут какие- то вопросы тоже пишите мне об этом в комментариях. я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм и поделитесь этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!